Более 20 человек пострадали, еще один погиб из-за взрыва на одной из крупнейших газовых станций в Австрии. Газовый хаб в коммуне Баумгартен принадлежит австрийской нефтегазовой компании ОМВ. По официальной информации, причиной трагедии стала техническая неисправность. Сейчас ведется расследование. Как сообщают местные СМИ, в районе ЧП работает 10 пожарных бригад и 4 машины скорой. Для мониторинга ситуации власти задействовали вертолет. К слову, станция входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе. В результате взрыва транзитные поставки газа в Италию, Словению и Венгрию прерваны. Когда ограничения будут сняты, пока неизвестно.